Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру Doodle Jump, и мы с вами остановились на пиратской теме. Так, давайте начнем играть. Так, ну тут в принципе новые миссии у нас. Соберите 250 золота, увернитесь от 5 ядер, расстреляйте 5 монстров без единого промаха. А вот это уже сложно. Нужно постараться. О, смотрите. Вот, видите, у меня не получилось так. Играть снова. Так, скин у нас прикольный, кстати. Тема такая интересная. Какая-то карта была. Тут какие-то 5 ядер должны быть еще, да? Что это такое? Не понял. Монстр. Да что это такое, видите, не могу что-то сделать. Надо четко в них попасть. Так, ну это не... Ядро было, что ли? А то мне не зачитали в миссии. О, прикол. До свидания. Карта какая-то. О, маршрут какой-то. К сокровищам? А, ну да, кстати. То что это такое? Вот тебе. Сокровище. Он, кстати, медленно стреляет, заметили? Вот вторая миссия почти выполнена. Так, прыгай. Батутов нет здесь. О, еще одна карта. Как раз вовремя. О, ты смотри-ка. Да что это такое? Тут все-таки сложнее играть. О, карта. Опять эти штуки. Стоп. Это что-то другое. Опа. Вот так вот. 5000 очков. Получил. Да пусть пуляет там себе внизу. 8000 очков. Молодец. И 10000 очков набрали. Что это за прикол? Эй! Ты смотри, а чё не вскарабкался по лестнице? Увернитесь от 5 ядер. Ну, почти выполнено. А вот тут с первой миссией, конечно, возникают вопросы. Как мне выполнять ее? Монстров-то нет сейчас. Исчезли куда-то. Да ты смотри! Продолжаем. Нет, тут серьезно, очень сложно. Тут
большинство сложных препятствий есть. Вот смотрите, как будто игра нарисована на тетради. О! Монстр! А, уже промах. То есть промах это был уже. Да. Прыгай. О, и третий. Ну, в принципе, так нормально. На 3000 очков выше поднялся. Карта. С маршрутом. Опять эти штуки. Так, у нас там миссия вроде выполнилась. Вот такой вид, как будто сейчас монстр какой-то может появиться в ненужный момент. Молодец. А монстров все-таки нет. 11 тысяч очков. 12. Так. Это новый рекорд уже. Новая карта. Да. Ты смотри на него. Пульнул свою штуку в меня. Вот одна миссия. Так что, друзья, давайте мы на этом закончим. Сегодня мы сыграли в Doodle Jump на пиратской теме. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте видео оценить лайком, подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.